Всем привет, меня зовут Марина, и сегодня все-таки сниму видео про ответы на ваши вопросы. Я их просила задавать в сообществе в Ютубе, набралось достаточное количество. И первый вопрос – это в каком городе ты хотела бы жить? Я хотела бы жить в Питере, потому что когда я отдыхала там с семьей 10 дней, мне очень понравился город, его архитектура, его история, места, в которых я побывала, и я бы хотела жить именно там. Твои друзья тоже интересуются птицами? Нет, мои друзья интересуются другими вещами. Да и друзьями я могу назвать от силы 2-3 человек, которым эта тема довольно далека. Как родители относятся к увлечениям? Мои родители меня всегда во всем поддерживают, начиная от писательства на фигбуке, заканчивая созданием YouTube-канала. Они абсолютно рады, что я занимаюсь какими-то делами своими, что мне действительно нравится, и никаких конфликтов у нас по этому поводу никогда не возникало. Играешь ли на музыкальных инструментах? Нет, к сожалению, не играю. Когда-то я хотела научиться играть на гитаре, но мне это быстро надоело, мы не смогли найти учителя, и я вскоре забросила эту идею. Вопрос относительно Яна. Сразу поясню, Ян — это мой оригинальный персонаж, который относится к мультсериалу «Поезд динозавров», и вопрос по нему. Он очень милый ребенок или ему такое иногда не нравится? Ян ребенок милый, спокойный, иногда он может раздражаться от того, что его считают маленьким или еще каким-то, но в целом конфликтов никогда особых не бывает. Какое будет его поведение после общения с Терстоном? Терстон — это соперник кондуктора в этом мультсериале, ну, не слишком приятный традон такой задира. Я считаю, что поведение Яна не сильно изменится, потому что у него другое воспитание, у него другое восприятие мира, и даже после длительного общения он особо не изменится. Может иногда там выискивать какие-то там вещи, но в целом он останется таким же спокойным ребенком. В крайнем случае с ним поговорит его приемный отец, и все разрулится. Далее. Когда планируешь замуж? Пока я замуж не планирую, у меня нету парня, мне его как бы некогда искать, да и не хочется пока. Любимый цвет? Любимый цвет бирюзовый, да и вообще все оттенки синего и зеленого. Вот у меня даже комната под эти цвета, поэтому тут все очевидно. Что думаешь о мультсериале «Свинка Пеппа»? Ну, такой типичный детский мультсериал, но мне, честно говоря, он показался слишком уж детским, особенно их постоянные смех в конце серии начинает немного раздражать. По мне, те же Барбоскины, Лунтик, там, Озорная семейка, мне кажется, лучше, несмотря на похожие темы и возрастной рейтинг. Что ценишь в людях? В людях ценю доброту, отзывчивость, умение мыслить. Что не любишь? Не люблю, когда люди матерятся, курят, пьют, когда они ведут себя просто по-хамски, без какой-либо на то причины. Это очень отталкивает от такого человека. В чем смысл жизни? Смысл жизни в самосовершенствовании, в помощи другим людям, в служении Богу. Это в зависимости еще от веры. Поэтому у каждого он свой, но в целом вот прожить жизнь так, чтобы потом тебе за нее не было стыдно, мне кажется, это основной параметр. Такие вот были вопросы. Всем спасибо за просмотр и пока.